Я Ирина Василакий. Приветствую вас в своем детском центре. Центр называется «Вдохновение». Почему «Вдохновение»? Да потому что каждый из нас талантлив. Вдохновение нам нужно для того, чтобы жить, творить, радоваться и многому-многому учиться. А учатся у нас и занимаются дети разного возраста, от 9 месяцев. Да-да-да, от 9 месяцев. Это музыкально-танцевальный комплекс Екатерины Железновой. Развивающие занятия, логаритмика. Очень много занятий, которые посвящены развитию речи. И названия у наших групп и у наших занятий тоже разные. Это «Малышок», «АБВГД», «Подготовка к школе», «Умники» и «Умницы». У нас творческая мастерская, потому что мы развиваем творческие способности детей. Мы приглашаем вас на шахматные турниры, потому что у нас есть шахматный клуб. Мы приглашаем вас на вокал, вокальную студию, визу-студию. И йога – это тоже для детей и для взрослых. И вот сейчас они ждут своей очереди, чтобы рассказать про себя. Вам нравится в нашем детском центре? Да! А громче? Да! Замечательно! Вы любите приходить на наши занятия? Да! Что нравится вам здесь? Мне нравится все! Все нравится. А мне нравится. Чем ты занимаешься? Куда ты ходишь? На какие занятия ты ходишь? На йогу, на БВГД и все. Мне нравится садик. Мне и зо, потом на вокал. Ходишь? Да. А хочу я стать тренером по вышибалу. Замечательно. Значит, научишься? А я хочу быть поискателем, который находит кости динозавров. Замечательно. Арин, ну ты расскажи, на какие занятия ты ходишь? Я занимаюсь йогой и вокалом. Мне очень нравится. Тут очень добрые преподаватели. А вы знаете, я вам по секрету хочу сказать, что у нас вокальная студия едет на песенный конкурс во Флоренцию. И вот Арина тоже с мамой собираются ехать на этот песенный конкурс, потому что у нас и для взрослых тоже вокал. Вот на этой стене вы видите замечательные картины. Это авторские работы Бахтыбека Толкамбаева. Авторская методика рисования – это рисование на листах матрицы. На нашем сайте есть подробный фоторепортаж об этом и как можно рисовать, и что дают эти рисунки. А вот за моей спиной это картины, написанные им. А сейчас я хочу, чтобы вы услышали, какие впечатления оставили эти занятия, мастер-классы у тех ребят, которые занимались. И ты скажи, как тебе, понравилось рисовать? Да. А ты продолжаешь сейчас рисовать? Да. Хорошо, Даш, а ты рисовала? Да. Ну расскажи, как ты рисовала? Что ты рисовала? Тебе понравилось? Я рисовала цветочек. Еще что ты рисовала? Солнышко. Замечательно. Тебе понравилось? Да. Нарисовала дом маленьким. Вот так ты много уже рисунков нарисовала? А что ты чувствуешь, когда рисуешь? Есть у тебя какие-то впечатления, когда ты рисуешь? Что ощущаешь? Очень нравится. Очень нравится? Хочется еще больше рисовать. Замечательно. Ну-ка, пять покажите мне на одной ладошке. А теперь покажите двумя ручками 5. Посмотрите, как Даша показала. Покажите то же самое. Он здорово сделал задание. Клади карандашики и идемте почитаем. Гогю, гогю, гыни. Фу-фю. Фу-фю. Ма. Мама. И еще мама. Раз. Мама. Ма. Мама. Что получилось? Мама. И я вам дарю твердый звук, а вы мне возвращаете мягкий. В. Г. Д. Д. Добрый день, меня зовут Наталья Силантьева. Я преподаю вокал в Центре вдохновения, преподаю вокал и детям, и взрослым. Потому что я знаю приемы, которые включают голос любого человека. И с удовольствием помогаю всем, кто хочет научиться петь. Это очень просто, очень интересно и очень весело. Так что жду вас на занятия. Спасибо. Да, привет, Дашунь.
хотела вас пригласить на занятия йогой для детей и для взрослых в развивающий детский центр «Вдохновение». Для детей вы могли бы здесь найти прекрасное физическое развитие во время занятий йогой, а для взрослых это способ снятия стресса, гармонизации своего настроения, ну и вообще для всяческих благостей жизни. Садимся спиной к стене, в сукхасану, в удобную позу. Кладем на косточки за ушами, за ушками. Угу. И энергично потерли. Веселый и улыбающийся. Правую сторону вертим носик. Ага, и вот верхний. Наклон головы вправо. Левым плечом потянулись вниз. Так. You are big. Are you strong? A big girl. I'm strong. Are you strong? I am sitting on the floor. One and two and three and four. Very good. And now let's count our fingers. Давайте посчитаем наши пальчики. Let's count our fingers. One little, two little, three little fingers. Stomp your feet, stomp your feet, stomp your feet. Yeah. And sit down. Sit down. Very good. You're very clever. Sit down. My dear friends. And bye-bye. Bye-bye. Я первый раз ставила. Молодец. Еще коня вывел. Борьба за центр. Молодец, центр занимаем. Я конем не смогу уйти, ты мне сразу раз ферзя заберешь. Так, давай тихонечко. Так, давай, я что сейчас делала? Слон, у тебя что вот этот делал? В нашей зоостудии мы занимаемся разными техниками рисования с детишками самого разного возраста. У нас очень теплая атмосфера, дружеская, и в этой атмосфере нам очень легко и просто освоить что-то новое, интересное для себя, необычное. В нашей студии проходят уроки дзен-рисунка и дзен-живописи для взрослых. Приходите! Приходите! Приходите!